Hapoalim, крупнейший израильский банк, собирается протестировать блокчейн-систему Microsoft. Об этом говорит timesofisrael.com. Сообщается, что банк планирует оцифровать бумажный процесс и сделать его более прозрачным, что обеспечивает технология блокчейн. Исполнительный директор банка Арик Пинто заявил, что новый процесс позволит клиентам автоматически без физического присутствия получать цифровые документы безопасности. Он добавил, что использование технологии блокчейн значительно улучшит качество обслуживания клиентов и уровень доверия к банковской системе. Проект основан на облачной вычислительной системе Azure от Microsoft.